80-летие со дня основания профессионально-технического образования в колледже Московия начали отмечать уже с начала учебного года. В образовательном учреждении прошло много мероприятий, посвященных истории этого праздника. Еще эта юбилейная дата, как подчеркнула руководитель Ленинского структурного подразделения Елена Кочеткова, возможность подвести итоги и отметить достижения в образовательной деятельности. В профессиональном плане наши ребята являются активными участниками конкурса профессионального мастерства World Skills. И именно наши ребята занимают призовые главные места, побеждают в этом конкурсе. То есть проявляют себя как профессионалы и доказывают тем самым, что все-таки профессиональное образование у нас на высоком уровне. В подразделении, расположенном в поселке Развилка, сейчас получают образование 800 студентов по разным направлениям. Максим Власов учится на третьем курсе по специальности «Сервис на воздушном транспорте». Молодой человек активно участвует в жизни колледжа. Именно ему доверили вести праздничный концерт. Именно для специальности, на которую я поступил, он является, наверное, даже лучшим. Я здесь такого в Московской области нигде не видел. Пожелать, чтобы колледж оставался таким же, какой он есть. Да, в каждом колледже что-то когда-то нужно менять. Но преподаватели у нас, скажем так, на высшем уровне. Преподавательский состав колледжа насчитывает 43 педагога. Наталья Конева начинала как учитель русского языка и литературы в школе, а в Москве трудится вот уже 27 лет. С каждым годом приходят дети с хорошими аттестатами. Вот уже последние, наверное, 3 года, когда дети приходят с аттестатами без троек. Конкурс аттестатов. И очень много ребят, у которых аттестаты 5-ки и 4-ки. Это очень приятно. Особое внимание на торжественном мероприятии было уделено ветеранам педагогического труда. Ирина Северьяновна Выставкина на протяжении 44 лет была заместителем директора по учебной работе. Благодарю руководство за то, что они не забыли об этом и позвали сегодня на этот праздник. Доставили мне много-много радости. Педагогов и студентов приехала поздравить заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Огромное вам спасибо от имени всей системы образования нашего муниципалитета. Все школы, которые вообще существуют многолетняя традиция тесного сотрудничества, вы помогаете не только воспитывать тех детей, которые еще сегодня в школе, но вы их как птенцов принимаете в свои надежные руки и ведете дальше в жизнь. Музыкальные поздравления подготовили хореографический ансамбль «Дабл Тон» и воспитанники детской школы искусств поселка Развилка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.